Профессор кафедры книговедения Хабаровского института искусств Елена Качанова считает, что значимость библиотек зависит от того, как к ним относится население и администрация. В этом она смогла убедить около 30 своих учениц. А потому вопросы имиджа библиотеки стали первостепенными на 5-й дальневосточной школе библиотекарей. В течение недели гости из городов Приморья, Хабаровского края и Еврейской автономной области слушали лекции, проводили совместные тренинги и презентации. Новые идеи и наработки библиотекари повезут домой. Школа дает заряд вот такой бодрости и активности. Ты приезжаешь и ты заряжаешь свою команду, своих коллег какими-то новыми планами, идеями, потому что мы ведь общаемся и формально, и неформально. Ситуацию в приморских библиотеках аналитики оценивают как критическую. Говорят, что в соответствии с новым законом о самоуправлении сеть библиотек должна оптимизироваться. На деле получается, что они просто закрываются. И сейчас идет борьба за сохранение этих заведений в мелких населенных пунктах. По признанию всех без исключения участников, основная идея школы о повышении значимости библиотек в глазах общественности поможет упростить эту борьбу и действительно оптимизировать деятельность библиотечной системы. Екатерина Богдан, Сергей Удовиченко, Телемикс Новости. Для проведения летней школы библиотекарей Уссурийск выбран не случайно. Городской округ интересен тем, что здесь собраны все виды библиотек – городские, сельские и вузовские. На семинарах-тренингах директора получают теоретические знания о том, как сформировать позитивный имидж библиотек, научатся показывать работу библиотеки современными средствами с помощью презентаций и веб-сайтов. Причем интернет, как еще одно место существования библиотек, станет темой отдельного семинара. В течение недели участники школы посетят библиотеки Уссурийского городского округа. Два дня гости проведут в селе Каменушка. Там пройдет круглый стол, на котором участники обсудят, как живется библиотека в условиях реформирования местного самоуправления. День библиотек – это не только профессиональный праздник, но еще и признание важности профессии их работников. Библиотекари годами заботятся о таком состоянии народа, как книги. Библиотека прошла путь более столетия от избы читальни, как это было раньше, и вот для сейчас до такой современной библиотеки. Развиваются компьютерные технологии, открылся у нас кабинет деловой и правовой информации 4 года назад, установлены правовые системы. Поздравить юбиляров с этой знаменательной датой пришли депутат законодательного собрания Приморского края Валерий Кан и представители городской администрации. Они не только подчеркнули значимость этой профессии, но и вручили почетные грамоты и подарки. От лица председателя законодательного собрания Приморского края и депутатов законодательного собрания Приморского края зачитать почетную грамоту номер 280. Награждается Еременко Любовь Григорьевна, заместитель директора по работе с сельским населением муниципального учреждения культуры централизованной библиотечной системы Уссурийского городского округа. За последние годы работниками Уссурийской центральной библиотеки сделано многое. Во-первых, ими развита большая культурно-досуговая деятельность. Создан клуб книгачей. Литературно-творческое объединение «Парус». На его заседаниях отмечаются все юбилейные даты известных писателей и поэтов России. И все-таки главным для работников библиотеки остается читатель. Самое сложное – это, конечно, общение с людьми, потому что библиотекарь – это прежде всего психолог. Тот читатель, который к нам приходит, будь то приезжий, не горожанин, мы всегда должны найти вовремя нужную информацию, мы должны встретить его прежде всего, потому что мы знаем, что как встретишь человека, такое мнение и будет. Елена Шаган в библиотеке работает 27 лет. Начинала она с простого библиотекаря зала абонемента. За годы работы она изучила почти всю библиотечную деятельность. А в 2006 году Елена Владимировна и еще несколько сотрудников решили создать свой сайт. Создавать сайт тяжело, потому что, во-первых, не владели мы техническими инновациями, и нам помогали двое ребят-студентов. И в творческом плане это было очень интересно. Поэтому вот этот энтузиазм, он, конечно, и подвиг нас к тому, что мы не хуже библиотек Центра России, Москвы, Санкт-Петербурга, и можем тоже с ними побороться. На страницах сайта можно увидеть не только жизнь коллектива, но и узнать о предстоящих планах. В дальнейшем Елена Владимировна хочет создать виртуальную библиотечную справку, в которой люди смогут получать ответы на все интересующих вопросы. Валерий Соседа, Сергей Дробышев, Телемикс Новости. Библиотекари – начитанные люди. Это подтвердилось уже в первом конкурсе. Как правило, первый тур – визитка. Участницы знакомят членов жюри со своей работой и с собой. Среди 7 конкурсов он был самым зрелищным и интересным. Тут и выяснилось, кто на что способен. Да не давит день работы, светом творческим горю. Нету слова, неохота, я готова.
сыпал частушками, кто читал стихи. Причем все участницы выбрали для презентации стихотворную форму. Единственное, что мешало конкурсанткам, это волнение. Ой, простите, пожалуйста. В ромашках лук и васильки. Жюри оценивало строго, поэтому во мнения сходились редко. В оценках тем более. Заработать высший балл было нелегко. Оценки высокие, пятерки, получили те, кто доступнее и ярче раскрыли свою профессию. Например, как сделала это последняя участница номер 7, Козырева Елена Владимировна, заведующая филиалом номер 6. Она все рассказала о своей работе. Детская центральная библиотека представила сразу двух своих работниц. Одна из них, Ольга Коваленко, после нескольких этапов вырвалась вперед. Остальные участницы представляли различные филиалы. Библиотекарь Татьяна Столыкина, помимо того, что является хозяйкой читального зала, еще руководит и экологическим клубом. Она уже не впервые выходит на сцену. Я уже участвовала раньше в конкурсах городских, посвященных Дню Матери, поэтому уже как бы со сцены знакома. Тронная речь, литературный ринг, поздравления ко Дню библиотекаря, представление литературного героя. Это те испытания, через которые пришлось пройти участницам в погоне за звание лучшего библиотекаря. Но титул один, поэтому те, кому он не достался, получили дипломы за участие и подарки. Приз зрительских симпатий отдали Татьяне Столыгиной, а специальный приз жюри получила Елена Козырева. Красную ленту повязали сотрудницы детской библиотеки Ольги Коваленко. Она и стала лучшей. Бывшая швея нашла свое призвание в работе с детьми и с книгами. Конечно, очень волнуюсь. Большое спасибо моим друзьям, как сказать, за... Соратникам за поддержку, за большую. Конечно, не верилось, что победа будет за мной. Виктория Титаренко, Сергей Удовиченко, Телемикс Новости. От букваря до сложного романа, от детектива и до словаря, он все найдет, подскажет, не обманет, он вам поможет, проще говоря. Влюбленный в дело книжный бог, филолог, ваш интерес ему любой не чужд. Он просветитель и немножечко психолог, библиотекарь, воспитатель наших душ. На этих стендах то, что вся мировая общественность называет богатством. В твердой и мягкой обложке с десятками и сотнями страниц с изображениями и без них. В каждой стране сегодня чествуют книги. Эта традиция связана с именем всемирно известного писателя Сервантеса. 23 апреля отмечается годовщина со дня его смерти. Кстати, на родине Дон Кихота до сих пор при продаже романа каждому покупателю дарится живая роза. За последние десятилетия мы потеряли, наверное, такое выдающееся звание, как самой читающей страны в мире. Но, тем не менее, на это есть и объективные причины. На смену книги приходят электронные носители информации. К сожалению, отмечают библиографы, мировой кризис сказался и на издательствах. Книг стало печататься меньше, чем, например, 6 месяцев назад. Но их качество не ухудшилось. Московский дом книги провел рейтинг самых читаемых книг. Оказалось, что в пятерку популярных у россиян авторов входят Акунин, Лукьяненко, братья Стругацкие, Бернард Вербер и Паоло Коэльо. Я предпочитаю читать книги за историю, которые мне интересно у них и знать, что было раньше, какие войны. Ну, я философские люблю, философские, миропонимание. Мне больше нравится фэнтези. Нравится познавательная литература, занимательная, энциклопедическая, справочная в основном. Художественную читаю так, по мере возможности. В день книги в Центральной библиотеке познакомили читателей с оформленными выставками. Они посвящены дню рождения Гоголя, Пушкина и Лермонтова. Также оформлен и стенд с краеведческой литературой. А библиотекари вручили подарки своим постоянным читателям. Спасибо большое, что вы наши постоянные пользователи. Анна Маринец, Сергей Флоренцев, Телемикс Новости. В зале городской центральной библиотеки одни женщины. Как-то повелось, что в этой профессии работают только представительницы прекрасной половины человечества. Все небольшие профессионалы, энтузиасты своего дела, любящие не только книги, но и своих читателей. Марина Сергеевна Тищенко этой профессии отдала почти полвека. Планирует работать, пока хватит сил. Работаю я с интересом. Люблю читать, или читатель любит меня.
На сегодняшний день в округе насчитывается больше 100 библиотек. Сюда входят как ведомственные, так и те, которые располагаются в учебных заведениях. Книги сегодня также востребованы, как и много лет назад. Только в Центральной городской библиотеке зарегистрировано около 7 тысяч читателей. Большой процент именно читателей это для Центральной библиотеки – это молодежь все-таки. Потому что у нас очень много литературы, именно востребуется учебной. Штат сотрудников библиотек тоже очень большой. В этой сфере занято более 100 человек. Лучшим представительницам этой профессии за добросовестный труд и большой вклад в развитие культуры вручили грамоты и денежные премии. Все они очень преданы своей профессии. Вот практически нет текучки кадров в библиотечной системе. Почему? Наверное, потому что здесь работают профессионалы с высокой буквы, профессионалы и истинные ценители своего труда. На празднике подвели итоги конкурса «Лучший библиотекарь года». В нем приняли участие 7 представительниц этой профессии. Победителем стала заведующая филиалом библиотеки номер 21 села Крауновка Татьяна Беломестова. Анжела Кабенко, Сергей Удовиченко, Телемикс Новости. В абонементном зале стеллаж с книгами великого поэта найти непросто. Но от этого заслуги Александра Сергеевича меньше не становятся. На сегодняшний день к пушкинским текстам в основном обращаются школьники и филологи. Однако проведенный опрос среди читателей показал, у 53% уссурийцев Пушкин – самый любимый из классиков, а 18% респондентов, читая его произведения, духовно расслабляются. Да и сотрудники библиотеки на просьбу прочесть стихотворение сразу вспоминают любимые строки. «На память долгого ли свидания, или разлуки роковой, или одинокого гуляния, в тиши полей, в сини лесной». Еще со школы помню, да, стихи Пушкина. Многие. И вот действительно, что иногда вот просто так в разговоре приходит какая-то цитата и хочется сказать его словами. Фонд редкой книги на сегодняшний день составляет 150 экземпляров. Из них 10 книг Пушкина. Здесь хранятся такие редкие издания, как «Пушкинский календарь» 1937 года выпуска, «Полное собрание сочинений» 1936 года, несобранные и не опубликованные тексты 1935 года выпуска. Это заседание литературного клуба «Парус» посвятили 210-му дню рождения великого поэта. Произведения Пушкина не только легко читаются, но и поются. Он остается лидером среди классиков, на чьи стихи положена музыка. Галина Николайчук написала уже более десятка романсов на свои стихи и на стихи других авторов. А вот к стихам классика долго не могла прикоснуться. Говорит, для этого и душой нужно вырасти, и определенный жизненный опыт за плечами иметь. Однако 5 лет назад все же решилось. Буквально за одну неделю под гитарные аккорды родился новый романс. На луне скучного покоя, в тревоге пламенного боя, храни меня, мой талисман. Мы Пушкина открываем в школьные годы, да, как бы это по программе школьной. Но дело в том, что чаще всего мы открываем Пушкина гораздо позже, когда становимся взрослыми, а фактически мы открываем его для себя всю жизнь. То же самое случилось со мной. Впервые широко день рождения Пушкина отметили только в конце 19 века. Тогда, к столетнему юбилею поэта, император Николай II при Академии наук создал особую комиссию по устройству празднования. Даже в советские времена эта дата отмечалась как пушкинский праздник поэзии и сопровождался торжественными мероприятиями. Ольга Скрипникова, Александр Синельников, Телемикс, Новости. Надеюсь, что после вот нашего обзора вы все-таки присмотритесь к этой литературе, которая представлена для вас, и найдете ту свою единственную книгу, которую вам захочется прочитать. Ко встрече с читателями библиотекари готовятся заранее, ищут книжные новинки, узнают вкусы современной молодежи и, конечно же, сами потом читают произведения, чтобы заинтересовать ими будущего посетителя, пока еще не уверенного в своем желании выписать абонемент. Они зачастую, может быть, сами и не придут в библиотеку, а когда вот появилась интересная книжка, ага, вот желание взять ее. Один раз, второй, может быть, зацепим очередного читателя. Так говорят постоянные читатели, которых еще в начальной школе в библиотеку привели за руку родители. Теперь самые читающие сами на пенсии и в свои ряды привлекают собственных детей и внуков.
Например, Александра Фокина познакомилась с мужем благодаря любви к чтению. Сейчас берет книги для внука. А семья Калюжных стала победителями в номинации «Самая читаемая семья». Татьяна Михайловна, в общем-то, воспитывает своего внука Артура на лучших произведениях детской литературы. Акция «Библиовация» в Уссурийске проводится каждый год. Библиотекари всех филиалов выбирают суперчитателя, литературного гурмана, верного друга библиотеки. Часто один и тот же человек становится победителем несколько лет подряд. Чтобы читателей стало больше, библиотечная система с размахом отмечает День книги и авторского права. Центральная детская библиотека у нас как бы начала этот старт с недели детской книги. Это было в середине марта. И сегодня вот получается как бы подведение итога всей этой работы, которую мы провели за этот период времени. Стать читателем можно в любом возрасте. С 2 лет малышей записывают в детскую библиотеку. На празднике молодежь познакомились с книжными новинками и работами приморских авторов. А в фойе работало стилизованное фотоателье. Каждый желающий мог примерить на себя наряд пушкинской эпохи и сфотографироваться в нем. Так как я учусь в Уссурийском государственном педагогическом институте, я часто хожу в библиотеку туда и беру книги там. Здесь я тоже записана, беру здесь книги, когда нет у нас, допустим, на кафедре или вообще в фонде нашего института. Чтение для меня, конечно, в первую очередь значит много, потому что я учусь и я много беру информации для своей учебы. Также некоторые книги меня интересуют, и я их читаю. В прошлом году сотрудники библиотек организовали встречи, посвященные творчеству Чехова. В этом году юбилейных дат больше. Среди них дни рождения Ломоносова и Некрасова. Эти полки хранят многовековую историю, ведь представленные здесь книги рассказывают о начале российской государственности. Неотъемлемая ее часть – такие символы России, как флаг и герб. На этой выставке представлена как историческая справка о том, когда рожден наш триколор, какие цвета у нас на нашем флаге, что означают эти цвета. Несмотря на то, что сейчас, в летний период, посетителей библиотеки немного, у экспозиции есть свои читатели. Особенно привлекает уссурийцев историко-художественная литература. Книжечка очень интересная, познавательная для молодежи. Иван Грозный выстроил полки и развернул перед ними малиновое, как и у Дмитрия Донского, знамя с тем же крестом, который в 1380 году был свидетелем поражения полчищ Мамая. Для тех, кому особенно интересна тема истории России, сотрудники Центральной городской библиотеки подготовили рекомендательный список литературы. Эта тематическая выставка продлится еще несколько недель. Ей на смену придет другая экспозиция, приуроченная к Дню народного единства. Анна Клыга, Николай Фарафонов, Телемикс. Профессий много на земле. Перечесть. И в городе, и на селе умелым честь. Но есть профессия одна, в ней доброта заключена, в ней доброта заключена. Библиотекарь для знаний, для души и от недугов. Даром пошуршит и даст вам друга, что бескорыстно скрасит вам дождливый вечер. Здесь ждут и рады каждой встрече. Я на пасти среди хороших, добрых книг поверит в счастье. Библиотекарь, ты борец за
человека. Так славься, кузница сердец, библиотека. И даже тот, кто робко сник, терпя напасть среди хороших, добрых книг, поверит в счастье. Библиотекарь, ты борец за человека.